То есть был момент в жизни, когда в машину стреляли. Да, там приходили, репетировали, а мы твои аптеки кэшевать будем. Это примерно на какую сумму денег лежит? Ну, я думаю, 50 миллионов. Плотно общались, будем так говорить, с силовыми органами. Последним данным была порядка, по-моему, 12 миллионов. Потом у нас есть проверка на полиграфе. Свой этот полиграфолог. Это получается 7 миллиардов где-то, да? У нас люди, к сожалению, закредитованы. В месяц, ну, наверное, от 150 миллионов. Мне вот понимаешь? Интересно, у вас сейчас воровство есть по-любому, да? Воровство в любом случае возникает. Если ты не растешь, то ты умираешь. Недавнее воровство у нас было, на 20 миллионов украли. Харат, приветствую вас. Благодарю то, что вы согласились на наше интервью. Давайте познакомимся с аудиторией. Расскажите о себе, чем вы занимаетесь. Тоже, да, Дамир, приветствую тебя. Это интересное было предложение твое насчет интервью. Я вообще занимаюсь, будем так говорить, фармбизнесом. Это оптовые розничные продажи медикаментов. Есть еще медцентр в городе Таразе. Ну и на сегодняшний день у нас получается 4 направления бизнеса. 1386 человек работает на 1 апреля. 1386, а, да. Ага. На 1 апреля 2023 года. В декрете сколько? Не понял. В декрете сколько? В декрете? Ну, мы их не считаем, мы только действующих сотрудников считаем. Но в декрете, я думаю, декретниц, ну, человек 60. Ага. У нас на сегодняшний день 117 аптек в 4 городах Казахстана. Это в Таразе, в Алмате, в Чимкенте и в Астане. Ну, самое большое в Алмате, да? Ну, я бы сказал, мы начали в Таразе, но на сегодняшний день самое большое количество в Алмате. Ага. А с какого года у вас бизнес уже существует? Легальный? С нелегального. Не, ну если так историю брать, то я вообще в 89-м году пришел с армии, был студент, а в то время был такой эпоха тотального дефицита. Ну и была еще такая организация, УБХСС называлась, отдел по борьбе с расхитителями социалистической собственности. Я даже с ними иногда коммуницировал, будем так говорить. Но потом понял, что вот в 93-м году открылись возможности большие, в том плане, что можно действительно работать официально. В 93-м году я вместе с двумя старшими братьями открыл первую компанию, где был сам директором. В 96-м году принял решение работать самостоятельно, потому что со старшими братьями работать — это тот еще квест, как сейчас говорят. Поэтому, ну, все-таки это ответственность самого, когда сам принимаешь решение, ни на кого, ну, победа — твоя победа, поражение — твое поражение. А братья сейчас чем занимаются? Ну, еще старший брат двоюродный, он, ну, пенсионер уже, они достаточно там, ну, в возрасте были, то есть сейчас уже возрасте. А, они старше вас, да, намного они старше, были? Да. А, намного, ну, вас старше были, да? А, ну, если брать 93-й год, это уже 30 лет назад. 93-й, это после распада СССР. Да, в 91-м году, по-моему, СССР распался. Вот. Сейчас будем говорить о теме СССР, да? Не-не-не, сейчас давай к нашим. Нет, ну, получается, вы, ваш бизнес, мы-то последнее вот интервью сколько брали, мы брали больше там бизнесом, который по 5 лет, там, по 4, по 6 лет в среднем, да, это там начинали они там с 2015 года, да? А вы начинали с 93-го года, когда уже говорят 90-е, мне сразу слышится рэкет, да, там приходили, рэкетировали, а мы твои аптеки крышевать будем. Ну, знаешь, как такого момента не было у меня, но были серьезные этот, когда, ну, сталкивался с криминалитетом, то есть был момент в жизни, когда в машину стреляли, мы ехали 5 человек из Тараза в Алмату, ну, там просто такой нюанс был, что везли помимо медикаментов деньги. А обычно как, когда информация утекает, когда, ну, да, происходит, да, то есть, доносчик кто-нибудь, да, есть, да, да, обязательно всегда в близком кругу кто-то есть, там, ну, если брать так 90% таких преступлений, именно когда близкий круг, ну, куда-то сливают информацию. Угу. То есть был такой момент серьезный, потом у нас были моменты, когда мы плотно общались, будем так говорить, с силовыми органами, потому что, ну, время такое было, когда действительно приходилось обращаться, там какие-то вопросы решать. Ну, не буду раскрывать все этот, хотя сейчас по истечении лет, 30 лет прошло, в принципе, ничего такого я не вижу. Ну, да, уже, ну, время было действительно такое, что другие законы были. Ага. Ну, самый бум у вас в каком году начался аптек?
Вы же по-любому, вот сколько вы там назвали количество аптек, вы же по-любому ну, там с 93 по 2000, там, например, 10-й какое-то маленькое количество открыли, а потом какой-то бум, может быть, произошел. Или бы вы постепенно открывали прям? Нет, сначала у нас была оптовая компания. Uh-huh. Вот в 93 году мы начинали с оптовой компании, потом в 96-м я тоже занимался оптом. В 2001 году я принял решение все-таки открыть собственную аптеку, потому что, к сожалению, рынок такой, что ты оптовик, если чуть-чуть другие лучшие условия у другого оптовика, все клиенты уходят к нему. То, что маржинальность небольшая, там, маржинальность да, небольшая, ты можешь даже да, снизить, там, у тебя да. уже начинают закупать, да? Да, то есть чуть-чуть другой, побольше там конкурент приходит, у него, как правило, он же заходит на новый рынок, он начинает с демпинга. Ну, демпинг, да. Харат, покажите, пожалуйста, что у вас здесь, вот мы сейчас приехали на вашу точку, вот что здесь у вас расположено? Да, здесь у нас это находится управление именно Садыхан социальными аптеками, то есть директора, замдиректора и сотрудники управляющей компании. Мы находимся на первой Алмате, в хорошем месте. Ну, потому что аренда дешевле. Нет, это наше собственное здание. А, это собственная земля и здание все, да? Да, в свое время я покупал. А сейчас потихоньку. По дом, походу, покупали? Нет, здесь сначала был этот магазин «Тысячу мелочей». Потом, после «Тысячу мелочей», здесь какой-то цех был. Ага. И потом уже мы купили. Ага. Купили именно под... Хотели производство делать медикаментов. Ага. Но производство – это такая сложная вещь. Ага. А вот здесь по... Вот, можете рассказать, что такое координатор, IT-отдел, ТО, лидер плюс? Это какие-то другие ТОшки или как это? Не-не, это все... Вот это... интересно, весь процесс, который здесь сейчас у вас построен. Да, ну здесь у нас IT-отдел, сидят программисты. Можно вот. Да, так посмотреть, чтобы не мешать там людям? Здрасте. Да, ну да. уже время, да, время. Ну уже, да, все уже домой расходятся. У вас до 6, да? Ну у нас часть сотрудников до 5 работает, ага. а часть сотрудников до 6. С 10 утра где-то? Нет, которые работают до 5, они с 8 утра работают, а которые работают до 6, они с 9 утра. А, вы так время прям разделили? Да. Ну, потому что Алматы сложно же двигаться. Да. Поэтому в 5 люди уезжают и в пробки не попадают. Что, я вот когда сюда заходил, у вас здесь что-то погружало, вот эту погрузочную машину, лекарство или что-то погружали? У вас да, как этот... распыляется этот процесс? Ну, каждую неделю мы отправляем медикаменты в Тарас на нашу оптовую компанию. Там тоже есть оптовая компания. Здесь в Алмате и в Таразе. И вот каждую машину, каждую неделю мы отправляем. А машину вы арендовываете? А машина арендованная, да. Ну, проще арендовать, потому что свою нанимать – это большие риски. Ну, да, там, запчасти, все это, запчасти, да. Здесь вы прям полную фуру делаете. Ну, когда как. Иногда, ну, зависит от спроса и от сезона. И она сейчас как, наполнена? Как правило, она полная. Сейчас иногда даже полная? Можно посмотреть. Да, давайте посмотрим. Вы прям, знаете, аптекой пахнет. Прям аптекой пахнет. Здесь есть не секрет. Ну, не то, что не секрет, я не знаю, вы тоже не сможете посчитать, но примерно на какие суммы здесь вот так лежат? Вот сама фура, вот примерно мы сейчас увидели со стороны, это примерно на какую сумму денег лежит? Ну, я думаю, миллионов на 50. На 50 миллионов? Примерно, да, в среднем. Осторожно, стекло здесь у вас. А в основном что отправляете у вас? А знаешь, это, Дамир, это солянка. Это солянка, то есть и приходит дефектура или заявка из города Тараза, который состоит, там, допустим, из 3000 наименований, только с разным количеством. И вот этот вот начинаем мы у производителей, у других дистрибьюторов покупать, собирать эту дефектуру и в одну машину загружаемся и отправляем сразу. Ну, у вас сейчас вот есть аптеки, вы говорили, до этого оптом занимаетесь. Сейчас оптом тоже занимаетесь? Или вы только оптом для своих аптек? Вот смотри, у нас есть и опт, и розница, но наша оптовая компания работает и для других аптек тоже. То есть мы и для своих... Поставляете. Аптек, да, как и наши сети, они тоже покупают как и в наших материнских компаниях, так и в других, у других игроков рынка. Но чтобы наши материнские компании не расслаблялись, потому что это рынок. Ну, вот, Дамир, мы приехали в одну из наших аптек. Здесь как раз такое место. Вон там аптека есть. Вон раз аптека, да. Два вон аптека, три аптека, четыре аптека. Да. На вот этом... этот небольшом на большом не на большом квадрате перекрестке да. 4 аптеки. Как это влияет на продажи, сильно вообще? Да, конечно. Ну, знаешь же, вот по маркетингу три основных фактора — это место, второе — на втором месте опять место. И на третьем месте опять место. Но конечно, много зависит. Люди будут ли ходить в аптеки и смотреть, где дешевле, и потом в итоге останавливаться на этой аптеке, или зайдут туда, где ближе? Не, видишь, как люди разные. А некоторые могут ходить искать.
все зависит от того, что, ну, насколько ты располагаешь временем и финансами. Ну, говорят же, бедные экономят деньги, а богатые время. Также, да, то есть... Надо цитату сюда будем вставим обязательно. Да. Ну, да. Обычно, давайте внутрь так, аптеки зайдем, да, покажете, давайте, да, как. Ну, видишь, важно еще этот и известность бренда все-таки. И для людей, ну, помимо места, еще важны это ассортимент, это стоимость медикаментов, цена, и это обслуживание. То есть важные вот эти самые важные факторы. Ага. Здесь вот в других магазинах продуктовых, то, что общепитно относится, да, продуктовые магазины, всегда ставят товар на уровень глаз. Есть такой маркетинговый ход, смотришь в интернете? У вас тоже так? Ну, видишь, или так нужно ставить? Вот есть же, вот почему так расположение идет? Потому что везде психология продаж. У нас же много пришло таких, ну, крутых менеджеров из FMCG, из продуктового сектора. Они, этот рынок продуктов, он на, ну, опережает рынок медикаментов. Достаточно чувствительно. У них там много пришло в аптеке, там тот же самый там маркетинг, там, ну, условно, ретро-бонусы, потом расположение, опять же, это технология продаж. Это все из продуктового сектора пришло. У нас есть нюансы, у нас есть, допустим, ограничения по наценке. То есть, допустим, чтобы понимание было, из там 100% медикаментов, 70% регулируется государством. У нас достаточно зарегулированы по ценам, да, по предельной цене, как и в опте, так и в рознице. У нас есть ограничения по, допустим, регистрации препаратов. Оно достаточно дорогое, удовольствие, и оно по времени затратное. Там от 3, ну, какое, от 9 до 12 месяцев регистрация. Ну, мой любимый вопрос, какой у вас оборот на точке в средней? Вот на одной точке. В среднем у нас есть показатель такой, как выручка на одну дверь. Года 3 назад мы были там практически на первом месте. Потом я расслабился. По Казахстану имеете в виду? По Казахстану, да, на этот. Потом я расслабился. Сейчас, к сожалению, мы не на первом месте. И, ну, если брать последние данные, по-моему, на 7-м. То есть у нас средняя выручка на одну дверь, по последним данным, была порядка, по-моему, 12 миллионов, если я не ошибаюсь. Дверь вы имеете в виду, точка? Да, но если брать общий оборот и делить на количество аптек, вот этот показатель является, то есть выручка на одну дверь. А за последний один год какой оборот, можете сказать цифру? Один год какой взять? Ну, это же зависит тут еще от города, я суммарно не могу сказать, потому что в разных городах разные, даже в одном... Ну, если Алмату возьмем, посчитаем количество аптек и оборот за такой-то год. Ну... Чтобы просто людей было представление, насколько объем. Ну, я думаю, что порядка, наверное, в 22-м году, я думаю, что порядка 700-800 миллионов в месяц. 700-800 миллионов в месяц? Да, это по Алмате только? Да, на всю сеть. По Алмате оборот. 700-800 миллионов в месяц. Это получается 7 миллиардов где-то, да? Ну, где-то. Правильно так же, наверное, да. То есть это 7 миллиардов тенге, да? Это так входит? Да. Ну, не долларов точно. Да, 7 миллиардов где-то. 4-5 миллионов долларов, да? Надеюсь, правильно посчитал? Где-то так, да. 4-5 миллионов долларов. Это только за Алмату. Ну, кому надо, тут посчитает. Кому надо, тут посчитает, да? В долларах. Получается, одна точка в среднем 12-15 миллионов. Да, 12-15 миллионов. Да, здесь у вас здесь финансовый отдел учредителей. А, это вы здесь сидите, кажется, да? Да, здесь у вас потом учебный центр, у вас что, обучение там, да? Ну, у нас же этот здесь конференц-зал, мы своих и сотрудников, и фармацевтов обучаем. У нас внутри компании есть свой бизнес-тренер, потом мы приглашаем других. Бизнес-тренер, вы чему обучаете? Ну как, вообще у фармацевта есть 4 области знаний, будем так говорить. Это знание продукта, то есть непосредственно знание лекарств, чтобы он мог проконсультировать. Это фармацевта вы обучаете? Это фармацевта. Это знание продукта? Да, знание продукта. Потом знание программы, которая типа 1С, да, на которой он работает, да. Знание программы. Да. Потом знание техники продаж. Техники продаж. Да, потому что надо тоже уметь. Ну, да, апсел, крусел, да, продавать. Да. Ну, элементарно даже поздороваться. Поздороваться, да. И
Четвертое – это знание внутренней документации, СОПов, стандартных операционных процедур, регламентов, инструкций и тому подобное. И вы обучаете в этом учебном центре? Мы обучаем в основном, вот как раз здесь мы обучаем технике продаж, потому что обучение продукту – это специализированные учебные заведения. Ну, как происходит у вас найм? Вы выставляете объявление, там, вот все-таки количество сотрудников больше 1000, да? Это, представьте, 1000 человек нанимать. У нас там в компаниях по 100 человек работает, мы там напрягаемся, у вас там почти 1200-1300, да, и это... Как у вас этот процесс выстроен? Вообще, я не знаю, как этот процесс выстроен, потому что я его делегировал. Ага. Но у меня есть такое поверхностное представление. У нас есть HR-отдел, а вообще HR-отдел отвечает тоже за несколько областей. Это как раз найм, рекрутинг, найм персонала. Угу. Это кадровое делопроизводство. Да. Это да, это корпоративная культура. Потом это как раз таки мотивация обучения. Обучение персонала, это тоже к HR относится. Так, по-моему, все назвал. Здесь HR отдел получается. Да, здесь HR. Они сидят и здесь обучают, здесь в целом вот это здание для них. У них есть определенная технология найма. То есть мы пользуемся технологией вот HR-капитала. Кстати, мы проводим тестирование по этой технологии, там, ну, определю по чек-листам. То есть проверяем на предыдущих местах работы. Потом у нас есть проверка на полиграфе. Свой этот полиграфолог. Потом покажу кабинет, где проводится. А сейчас закрыто там. По-моему, это Максат, наш сотрудник, здесь. И он может показать, открыть. Может проверим? Что, проверим давайте, да? Ну, у нас, кстати, есть два сотрудника СБ, которым мы провели обучение именно... У нас есть ассоциация полиграфологов. В Казахстане или у вас? Здесь, в Казахстане. Я имею в виду не у нас лично, а в Казахстане. 3 месяца они обучались. Прям это такое полноценное обучение. Но это законно в бизнес внедрять. Это законно, да, конечно. Интересно. Я же говорю, это все добровольно это. Его лучше внедрять от какого количества сотрудников? Вот здесь я не могу посоветовать, потому что мы внедрили, когда у нас было, по-моему, больше 500. А до этого мы пользовались, а как получилось? У нас просто в одной аптеке в городе Таразе. Почему мысль с полиграфологом? Да. У нас воровство было. Воровство достаточно такое чувствительное. Легче нанять полиграфию, чем... Ну, я просто не знал, как с этим бороться. Мы там с людей деньги удерживали. Смысл, да? Потому что я предполагал, что уже не все воруют. Ну да. И тут у меня один друг, он работал в большой компании в Алмате. И он говорит, слушай, давай полиграф привлечем. Прикольно. Да, я говорю, а давай привлечем, да. Мы с Алматы, женщина приехала к нам в Тарас. Она провела... на полиграфии исследования. У нас были подозрения. Но подозрение – это такая вещь, да? И она сказала, вот у вас там вот эти двое воруют. Два сотрудника 90%, потом охранник, а у него выяснилось 5 детей, и у него маленькая зарплата, и уборщица, которая в ведре выносила лекарства мусорным. То есть, ну, там несколько человек воровали. Мы как уволили, после этого там воровство прекратилось. Поэтому я начал, привлекать полиграфолога. Вот сначала привлекал там, ну, когда есть какие-то подозрения. Потом пришло время, что мы приняли решение взять полиграфолога уже. Что, сразу сделаем? В штат. Да, вот здесь вот полиграф Диана. Можете посмотреть. Это программа? Я просто первый раз такой вижу. Вот смотри, это так, как ноутбук. Максат, можешь показать? Да, это... Подключается ноутбук, у нас сейчас в данный момент самый последний полиграф, называется Окситон, до этого была Диана 7, сейчас мы из Америки заказали вот именно полиграфический аппарат Окситон. А цена вопроса сколько стоит? Цена вопроса от 5 миллионов начинается. 5 миллионов. Ну, где 10 тысяч долларов, это сам полиграф стоит и сотрудник, да. Обучение по 700 тысяч где-то стоит. Обучение вот этой программе? Вот этой программе, да. Да. Много компаний в Казахстане используют, как думаете? Я думаю, что немного. Вот в России это достаточно распространено, потому что я с одним экспатом из России общался. Он говорит, я в крупной компании. Экспат слово это? Экспат это когда человек из другой страны. Это для видео. Да, я понимаю. Да, экспат. Мне это, да. Когда человека приглашают из другой страны, это, как правило, экспат.
с определенными компетенциями. Вот он мне сказал, что там во все крупные компании, куда он устраивался, проводят полиграфические исследования, проверку. И, как правило, это сотрудники силовых органов, либо психологи. Потому что не самое главное аппарат, самое главное человек, который задает правильные вопросы, да, реакцию смотрит. Это вот, да, самый главный здесь, в этой всей системе, это человек. Он может дать потом заключение. Интересно. Давай сейчас, да, я посадим, от души видео снимаешь или нет? Сначала проводим с ним беседу. Беседа занимает около 30 минут. Он рассказывает свою фабулу жизни, так сказать, это автобиографию свою. После чего я ему около 15-20 минут разъясняю, что такое вообще полиграф, что он может, какие он имеет права и обязанности. После чего с ним заключаем, он предоставляет заявление о том, что он согласен пройти данное исследование. После чего проходим в данный полиграфический кабинет. Это у нас вот специализированный стул. Здесь у нас вот сами датчики. Здесь, кроме этого, перед тем, как он садится на кресло, я его провожу инструкцию, говорю о том, что здесь у нас будет висеть аудио-видеозапись. Вот если вы увидите, у нас есть эта запись ведется. Для того, чтобы после этого, если у него будут какие-то вопросы, чтобы я ему мог уже показать, либо какие-то спорные вопросы. Вот эти вот датчики, это артериального давления датчики одеваются. И вот специальные треморы, верхние и нижние. Это он считает именно импульс и дыхание этого тестируемого. За всю свою сознательную жизнь, uh-huh. да, и там своей семьи и так далее, мы закупаем там определенный ряд лекарств. Да, у вас вот, например, здесь сколько сейчас? 5000 наименований, сколько здесь примерно? Ну, в среднем в аптеке около 4-5 тысяч наименований. 4-5 тысяч наименований. Мы всегда там вот заболел, одни и те же таблетки выписывают всю жизнь, одни и те же лекарства. Терафлю, всю жизнь что-то терафлю там и так далее. Там вся семья болеет, одно и то же выписывают. А покупает ли, вот смотрите, возьмем вот целый список, да, и не поймешь, что-то для чего-то. Вот. Есть ли на это спрос, или это стоит больше для ассортимента? Вот, например, вот эту основу покупает, а это уже ассортимент, потому что, ну, не будут же полки пустовать. И это дает в основную выручку. Ну, видишь, смотри, вот для тебя, как для клиента, неважно, к какой категории относится препарат. Ага. Ты пришел, у тебя есть потребность. Да, да, четко. Ну, ты, допустим, пришел за каким-то редким препаратом, но можешь купить и другие препараты. Вот здесь важен в ассортименте именно ширина, чтобы он был максимально широкий. Но если это не ходовой, будем так говорить, товар, а товар мы делим А, Б, С, X, Y, Z анализ, ну сам знаешь, да? Вот есть категория С, товар, допустим, да? Он должен быть, но его уже, ну, например, в одной упаковке, чтобы человек пришел, его потребность закрыли, чтобы не было отказов. Поэтому, ну, самый большой вот для меня фактор для того, чтобы не было затоваренности, это оборот. Допустим, если оборот в аптеке 12 миллионов, то и товара должно лежать примерно на 12 миллионов. Потому что ты за месяц эти деньги прокручиваешь. Если его стоит больше, значит, это ты замораживаешь деньги. Если его стоит меньше, скорее всего, отказы. Поэтому здесь прям нужна хорошая программа, нужен хороший подход, аналитика, чтобы вот этот баланс, и когда человек пришел, его потребность закрыть, и чтобы не было перезатарки аптеки. Потому что, еще раз говорю, перезатарка – это деньги, которые ты морозишь, которые не работают в бизнесе. Мне вот интересно, у вас сейчас воровство есть по-любому, да? Воровство в любом случае возникает. То есть только как… Знаешь как, люди, они же постоянно тестят систему. То есть как только в системе появляется слабое какое-то звено или момент, сразу там, ну, происходят какие-то моменты и проблемы. Потому что, сейчас извиняюсь, потому что у нас люди, к сожалению, закредитованы. Да, зарплаты у нас относительно невысокие. А, ну, сам видишь, сейчас расходы какие сейчас, и вот эти соблазны, когда со всех сторон там реклама идет, купи то, купи это, купи сейчас, это, да, там новый iPhone или еще что-то. Этот момент… Импульсивные покупки у них, да, происходят, да, сильно влияют. Кредиты и так далее. Кредиты, ну, это… Вы замеряли, вот, например, какой-то месяц вы взяли и посчитали, у вас там своровали там на 4-5 миллионов тенге? Были такие моменты, когда вы там фиксировали? Ну, там вот общую сумму. Недавнее воровство у нас было, на 20 миллионов украли. За какой период?
Ну, за период несколько, будем так говорить, лет, но это воросло длилось долго. Это потому что в сети аптеке или в одной аптеке? Нет, это было в оптовой компании, просто недавно выявили это. То есть получилось так, что это наша ошибка, потому что есть такое выражение «не вводи людей в соблазн». Угу. Когда у человека есть возможность, а и когда у него кредиты, а еще когда у него там, или он сам играет в азартные игры, это тоже фактор риска. Но у вас это один человек делал? Или это группа Нет, была? Это прям группа была. То есть... Это группа была нескольких людей? Да. Вы их выявили, и потом вы как поступаете с этим? Ну как? Как правило, мы доводим до суда. Угу. То есть здесь важно все-таки, чтобы бороться с вот таким воровством, чтобы его действительно не было, это другим показывать сотрудникам, что мы этого не прощаем. У нас было воровство вот в прошлом, позапрошлом году в аптеках, там порядка 3 миллионов. Одно дело мы прямо до суда довели. Наша сотрудница, заведующая аптеки, она наняла адвоката. С нами долго билась, почти год мы били это дело. Но у нас ресурсы есть, и прямо в зале суда ее там наручники одели. В конечном итоге все расходы она нам покрыла. Расходы на наших адвокатов, да. Ну еще сама нанимала адвоката, в результате человек и за свою репутацию там потерял, еще и дополнительно на деньги, на расходы. Ну, короче, решил воевать и в итоге... Вот в итоге, да, результат. А сколько у вас средняя заработная плата фармацевта? Ну, это тоже такой вопрос, знаешь как, у нас же все время мы сравниваем себя с другими сетями, поэтому озвучивать какие-то вещи не очень хочется. У нас есть просто фикс, то есть то, что люди в любом случае получат. А есть бонусная система, то есть за их плюс-минус у всех она одинаковая, да, там, фикс там 60-80-100, например. Ну да. И дальше уже бонусная система по KPI. Да, и еще зависит от города. Допустим, в Алмате зарплаты повыше, в Таразе зарплаты пониже, допустим. В Астане зарплаты еще выше. Вот мне интересно, а какая у вас должность зарабатывает самое много в компании? Какая должность? Ну, это генеральный директор. Помимо вас. А помимо меня, я думаю, в среднем по 22-му году получали, по-моему, 1,5 миллиона на руки. Кто? Управленцы топ. Управленцы топ. Да. Это на руки. А если еще ниже взять уровень состава, например? Понятно, что управленцы есть ниже, там, не знаю, бухгалтера и так далее. Ну, тут я не могу сказать, потому что функционал разный. Там, допустим... Зона ответственности. Зона ответственности, функционал. Потом у бухгалтеров тоже делится. Там материальный бухгалтер, там, допустим, бухгалтер-ревизор, там, кассир, это тоже к бухгалтерии относится. То есть это все там, тоже ранжирование идет. А потом есть такая вещь, как категория сотрудника. Мы же смотрим еще на категорию. Как раньше был, там, слесарь 6-го разряда. Да. У него одна зарплата, может быть, а у новичка другая зарплата. Там много факторов. У вас есть в штате люди, которые работают уже лет 15? Вот у вас компания все-таки уже 30 лет. Есть ли у вас кто, не знаю, 20 лет уже с вами? 15-20 лет? Ну, у меня есть вот директор по закупу ценообразования, она работает, по-моему, 17 лет или 18. 17 лет. Да, у меня есть зам директора в городе Таразе, она работает больше 20 лет. У меня там есть сотрудник АХО, он работает... По-моему, тоже больше 20 лет. Ну вот, к сожалению, у меня была сотрудница, которая пришел первый специалист ко мне в оптовую компанию. Она была с образованием. И вот как раз-таки вот я же тебе рассказывал историю про воровство, когда обворовали на 20 миллионов. Вот она как раз была одной из. Знаете, у меня к вам два классных вопроса, моих любимых. Я думаю, вы догадываетесь, да? Пока нет. Давайте первый вопрос. Какой у вас оборот оптом? Розницу мы оставим вот в аптеке, прям спросим у вас, какой у вас оборот розничный, вот эта сеть аптек, а вот именно оптом, какой оборот у вас? Вы же оптом поставляете другим? Вот на какую сумму они закупаются у вас? Может, годовой, можете ежемесячно сказать цифру? Нет, здесь сложный вопрос. Да? Почему? Да, объясняю. Потому что у нас же есть аффилированные компании. То есть, практически наши сети. И мы им отдаем под спецусловия. А есть другие участники рынка. Но у нас спецусловия для, допустим, крупных игроков рынка, кто много покупает, такие же, как для своей сетки. Для более мелких условия немного
чуть другие. Чуть другие. Ага. Да, чуть другие. Поэтому здесь сложно говорить, потому что есть совокупный оборот, а его надо делить. Ну, мы можем сейчас быстро разделить. А. Плюс-минус хотя бы. Знаешь как? Чтобы было представление. Я просто подсказку дам. Ага. У нас в Опте мы находимся в той же среди коммерческих продаж, но уже на 8-м месте. Ага. Но с долей рынка тоже 3%. И да, можно очень легко посчитать наш рынок взять, а потом 3% оттуда выделить. Ну, давайте посчитаем. Сейчас мы посчитаем, мы обязательно посчитаем до конца этого. Сейчас мы все вам расскажем. Сейчас потихоньку, сейчас все расскажем. Потихоньку Дамир своими вопросами. Да, сейчас мы потихоньку. Посчитайте пока за камерой. Есть ли в аптеках сезонность? Вот, например, бывает же летом больше аллергиков и, соответственно, больше лекарств покупают. Есть определенная сезонность вообще по обороту. Ага. Есть определенная сезонность на препараты. То есть есть препараты, допустим, это от аллергии, да? У них сезон там весна, да, в основном. Mm-hmm. Есть препараты от диареи, это сезон там лето. Есть противопростудные препараты. У них сезон зимой или там, когда пандемия гриппа или там ковид когда был. Тогда, mm-hmm. ну, конечно, есть определенная сезонность. Есть периоды у нас, допустим, переход от сезона к сезону. Угу. Тогда вот прям чувствительное падение. Это в основном у вас что, лето, зима? Или? Это вот как раз таки весна, осень, там есть периоды. Это спад? Это спад. Мы каждый год наблюдаем. А-а-а. Единственное, что внес свои коррективы в свое время, это ковид, потому что там вообще непонятно стало. Там могло и летом выстрелить, то есть такие продажи. Ну, из-за ковида у вас продаж больше стало или меньше? Из-за ковида у нас, конечно, продаж вырос. Просто вся проблема в том, что запасов не было. Потому что все равно держишь... Поставки, вот, границы, да, закрыты, вот, да? Границы не только что закрыты. Производство же все равно определенное имеет определенную емкость. Да? И когда ковид во всем мире, спрос же во всех странах на эти препараты, поэтому возник некий дефицит. И мы, допустим, в аптеке держим 12 миллионов, 15 миллионов, да? А у нас раз ажиотажный спрос. У нас вымылись лекарства. Мы начали к оптовикам обращаться. У них тоже нету препарата. Почему дефицит возник? И мы, вот этот миф, что мы много заработали, кто-то да, но у нас получается же вот эта наценка государственная ограничивает. Да. То есть мы не могли накрутить больше. Хотя наши некоторые сотрудники, до меня доходило, что они прятали препараты. Вот именно антиковидные. Почему? Вот, под прилавком. Накидывали сверху больше наценку и продавали там знакомым, там друзьям. Спрос же увеличился. Когда там в чате пишут, где найти эти лекарства. Да, там. Вот у нас было такое, мы ловили своих сотрудников с этим во время ковида. То есть всякие это схемы сотрудники придумывают. Ну, когда много сотрудников, ну реально тяжело. Тысяча схем, тысяча человек, тысяча схем, да? Прям надо систему выстраивать. Да. Давайте поговорим про вот вопрос одиночной аптеки. Вот сколько, примерно какой оборот может быть у одиночной аптеки? Вот я ИП-шка, я открываю одну аптеку. Вообще прибыльно ли открывать одну аптеку, вот одиночную? Вообще, вот как ты приводил пример про место, то есть очень много определяет место и площадь. Да. Вот есть одна хорошая большая аптека, она находится в хорошем месте, там выручка в месяц, ну, наверное, от 150 миллионов. Это одиночная аптека, считается? Это одиночная аптека. А, есть, у них, да. Ну, я знаю, что у них все есть. Да. Назвать не будем. Да, да. Но это даже не про эту аптеку. Я в той аптеке, про которую я говорю, примерно, ну, в разы больше, если ты говоришь про ту аптеку. Сейчас, чтобы не запутались это зрители. Просто есть большие аптеки в хорошем месте, они могут, ну, создавать большой такой оборот, достаточно хороший. Самое главное — место и площадь. Ну, как вообще Пити, наверное. Да, ну везде место, сейчас место пока еще определяют. Какая наценка в аптечном бизнесе на лекарства? Вообще есть три вида аптек. Это аптеки премиум-класса, которые находятся, ну, в ТРЦ, допустим. Там большой поток, но там и большая аренда. Угу. И там еще, как правило, ТРЦ берет с оборота. Угу. Поэтому у них наценка, ну, от 40% и выше идет. Есть средний класс аптек, где у них наценка примерно идет от 15 до 40%. Угу. Есть аптеки-дискаунтеры, у которых наценка идет, ну, примерно от 6% и до 15%. У вас какая? Ну, мы себя позиционируем как аптеку-дискаунтер. Третий, да? Да, то есть мы идем по, ну, масс-маркет, будем так говорить, да? То есть мы стараемся наценку делать
небольшую. Потому что мы все-таки, ну, я считаю, что это правильно идти все-таки на больший оборот. Угу. Потому что чем меньше наценка, тем, как правило, больше оборот. Потому что люди все равно, особенно в периоды кризиса, ищут, где цены подешевле. Вы ранее говорили, что вы с Тараза. Почему вы сеть не построили большую не в Таразе, а в Алмате? В Таразе мы тоже построили сеть, просто ситуация такая. Первая сеть где начала строиться? Вообще, первую аптеку мы открыли в Таразе в 2001 году. Ну вот, когда вот там премьер-министр, как вы говорили, там что-то. Нет, это была не наша первая коммерческая аптека, была других людей. Благодаря им. Да, они же начали их. Да, они начали этот. Ну, первую аптеку в Таразе, нашу коммерческую, мы открыли в 2001 году. А в 2013 году открыли первую аптеку в городе Алматы. Угу. Ну почему в Таразе этот начали же заходить конкуренты? Угу. И есть такой закон в бизнесе. Угу. Если ты не растешь, то ты умираешь. Либо расти и меняйся, либо умирать. Да, то есть поэтому я посмотрел. Я сначала приехал в город Алмату сам, там потом открыл здесь оптовую компанию в 2011 году. Просто меня как клиента не устраивали те аптеки, которые были в городе Алмате на тот момент. Либо супердорогие, либо аптеки, где не было никакого сервиса, да, с низкими ценами. Люди стояли вот с такими списками, но это было так, там, очередь. Это фармацевты были как роботы по выдаче медикаментов, никакой консультации, там, убогий ремонт. То есть, ну, все было такое, ну, меня это не устраивало. Я принял решение все-таки создать такую аптеку, где будут и низкие цены, и хороший сервис, и максимальный ассортимент. Ну, хотя мне говорили, надо выбирать какой-то один, знаешь, позиционирование. Либо ты дискаунтер, у тебя никакого ремонта, никакого сервиса, либо ты супер там крутой, но у тебя дорогие цены. Ну, я ничего, я думаю, я попробую, нанял там немецких консультантов. Нанял украинских консультантов. Да, прям консультантов. Мы первую аптеку 30 квадратных метров, она была на Тимирязева-Шашкина. Мы ремонт делали 4 месяца там. Дизайн делали. Ну, мы прям там заморочились. Но я понял, что результат появился когда? Когда через 10 месяцев эта аптека начала приносить в 10 раз больше выручки, чем до того, как мы ее взяли в аренду. И когда мы открыли аптеку на Пушкина, то рядом с нами появились... В Алмате, да, в районе базара. Рядом с нами появились поморты другой большой аптеки, знаменитой нашей алматинской, которые скинули цены. Да, они свой прайс перед нашим входом раздавали клиентам. То есть мы повлияли на рынок Алматы там, что многие аптеки цены снизили, а потом... Те аптеки-дискаунтеры, которые не смотрели на свой этот там, ремонт, на сервис, они начали меняться. Они начали брендироваться, они начали улучшаться, они начали вкладываться. Вот давайте вот поговорим именно вот по годам. Вот интересный весь процесс, да, как мне предприниматель тоже интересно, очень интересно. Вот с 93-го года по 2000 год, да, где-то примерно, или 98-й, да? Или ну, получается, с 93-го года по 2001-й. Это только оптовые продажи. Вот как оптовые продажи шли? Вот, например, как вы вообще пришли к бизнесу? Почему решили фарм-бизнес делать? Это первый вопрос. И второй, вот как строился ваш оптовый бизнес? Например, там вы... Это чьи лекарства производства, даже элементарный вопрос? Это Россия или что было? Как вы даже договорились, чтобы вам поставляли? Если историю брать, то продавали все подряд. То есть в то время дефицит был деньги. Вещи. Да. Вещи, товары, денег было много. И они обесценивались постоянно. Я помню, даже мы сигареты покупали, возили. Потом я почитал по курсу доллара. Если бы у меня просто деньги в долларах лежали бы, я бы больше заработал. Чем вот этот движ делали, когда возили из Алматы в Тарас сигареты, оптом продавали, там потом, что за бизнес. И у меня так получилось, что благодаря старшему брату, он мне именно вот про медикаменты, тоже тотальный дефицит. И тогда, я помню, привез первый раз из России медикамент, на вложенный рубль была прибыль 10 рублей, то есть 1:10. 1000% почти, да? 1000%, если в процентах считать, да. И получается, что ты привозишь, никаких отсрочек, предоплата фактически. То есть ты привез, тебе деньги сразу дали, ты деньги забрал, все, ты в кэше.
То есть, ну, очень большая прибыль была. Но, как обычно, там, где большая прибыль, сразу появляется множество конкурентов. То есть, быстро эта большая маржинальность ушла, к сожалению. Ага. Ну, уже более такие стали вот к 2000-м годам, там, ну, процент наценки, ну, максимум, если 50% было, уже хорошо. Угу. И тогда это в 2000-х годах? Это уже ближе к 2000-м, да. Получается, есть, вот там порядка 7 лет у вас маржинальность хорошая была, и маржинальность, значит, с каждым годом уменьшаться. Да. Исходя да. из этого, вы уже решили и розницу запускать. Ну, вот сеть аптек, да? Ну, да. Ну, еще момент такой, что эта большая маржинальность, она во многом съедалась еще большим количеством фрода. Ну, фрода? Фрод, ага. Воровство, там воровство. Всякие, это, да, когда там люди, ну, потому что не было нормальной учетной политики, не было там, я помню, вот 1С-ка у нас появилась, когда мы начали ревизии проводить, а потом первый компьютер я занес. В каком году это было? Это было, сейчас, если нет, где-то в 97-м году. Получается, вы говорите, после 2000-х годов 1С-ка уже появилась? Ну, нет, где-то, наверное, да, не 1С-ка, вру, у нас была вообще самописная какая-то программа, ага. по-моему, она Stella называлась. Да, то есть тогда еще 1С-ки не было, мы на 1С-ку перешли, наверное, в году 2006-2007 только. А до этого это прям вручную все делалось? Сначала вручную. Прям вот берешь тетрадьку, там пишешь, сколько штук, да? Да, там, да, сколько там привезли, сколько продал. А там может 10 тысяч наименований даже быть. Нет, 10 тысяч не было. То есть вообще изначально было такое, что я сам встречал товар. Сам его раскладывал на складе, сам его собирал, сам по телефону продавал это, да, заявки. Ну, продавать тогда легче было, потому что, ну, дефицит был, там потребность большая была. То есть сам развозил. Вот клиентам. Вопрос заявок, давайте поговорим, откуда вы заявки брали? Если сейчас-то понятно, маркетинг, если можно поговорить, но в те годы. Ну, в те годы город Тарас, 300 тысяч населения, он небольшой. Там сел в машину, поехал. Кстати, хорошо, что такой вопрос задал. Первая вообще аптека коммерческая появилась именно в городе Таразе. У вас? Да. Почему она появилась в городе Таразе? Потому что в то время у нас был тот же такой госорган, типа фармации, и ее возглавлял был такой госдеятель Амилаев. А он в то время дружил с Терещенко. А Терещенко был премьер-министр Казахстана. И вот он благодаря личным связям открыл первую коммерческую аптеку в городе Таразе. И мы тогда все коммерческие аптеки знали, ну, их было немного. То есть я просто по ним проезжал, знакомился там с владельцами аптек. И все по телефону. Какой год был? Ну, я говорю, это вот когда мы это уже, наверное, вот в 93-м году мы начали двигаться уже официально. А все это, по-моему, пошло даже... Первая коммерческая аптека, если я не ошибаюсь, наверное, в году 91-м. В 91-м году первая коммерческая аптека, я правильно понимаю, в Казахстане открылась? Вот Казахстане, просто первая аптека. Да, именно. В городе, а до этого лекарства бесплатно выдавали? А до этого лекарства были, это государственные аптеки были. Бесплатно, насчет бесплатно, не знаю, может быть, была какая-то государственная там программа, но все аптеки были государственные, и поставки были государственные, то есть частных аптек вообще не было. И вот благодаря вот этому премьер-министру открылась первая. Да, ну благодаря это Амилаеву он открыл первую аптеку как коммерческую, а потом после этого пошло по всему Казахстану. Ну и после этого вы уже подключились? Да, мы уже подключились, потому что это все началось официально, легально. То есть, ну и сегодняшний результат, вы входите по Казахстану в топ. Ну вот еще раз смотрите, у нас есть, будем так говорить, один единый рынок. Он поделен на где-то 49% это... Тендерные поставки, когда государство обеспечивает именно бесплатными медицинскими. В аптеке, да? А, нет, или в больницах. В больницах. Но тем не менее мы считаем весь рынок лекарственного обеспечения. И где-то 51% это по 2022 году данным. Это как раз продажи коммерческие. Вот в коммерческих продажах, если брать продажи именно в розницу, то там тоже делится этот рынок. Сейчас на сегодняшний день примерно 70% за сетевыми аптеками, доля рынка, и 30% это за розницей, то есть за одиночными аптеками, одиночными? Не сетевые. Это вот одна ИП-шка, самая да, аптека? Да, одна аптека у него, все. Это 30%? Это 30%, да. На рынке. 70% это вот как у вас 70% это сетевые, да. У нас сетевые считаются, по-моему, если я не ошибаюсь, от трех аптек.
не от двух, по-моему. Вот за сетевыми 70%. Вот если брать теперь вот этот 70% пирог, то мы там занимаем 3,2% по 2022 году среди сетевых аптек, и мы находимся на 5-м месте. Ну, в топ-5 Казахстане? Да. А, интересно. И это при том, что у вас 3,5 с чем-то процента, да? Да. Всего лишь 3,5, 3,2. У номера 1 около 10%. На втором, на третьем месте где-то 7-6%. То есть вот так идет. Ага. Просто интересно, а что при выборе на них сильно влияет? Потому что, например, в данном случае я вот пока там, я бренд ваш знал, я просто, вот бывает же, ты едешь по Тугизу, первый останавливаешься, быстро купить. Там покупаешь, а потом начал голову так поднимать, а там везде Садыхан. Где не остановлюсь, Садыхан. Так получается, понимаете? Где не остановлюсь, зайду случайно в аптеку, Садыхан. Такой, что кроме Садыхан аптек больше нету. Не случайности, не случайные. Потому что смотри, Тугиз, он монетизирует. То есть он тоже рейтинг, как Google, как этот. Но у вас вот, за это надо платить. У вас вот эти же большие значки стоят. Да, и когда мы выбираем, мы берем не маленькие значки, а большие, потому что же легче кликнуть, и ты туда едешь. А если вот так увеличить, там еще несколько аптек. Да. Поэтому я тебе секрет выдаю, что это все стоит, и стоит достаточно дорого. Ну да. Просто, сам. Чтобы ты понимал, мы пошли когда по пути вот этого позиционирования небольшой наценки. Я вот помню... На третий год, как мы 3 года уже открываем аптеки, у меня убыток составлял 93 миллиона тенге. В 15 году или в 16-м. Вот я начал сюда вкладывать, но это была игра в долгую. То есть это не то, что ты пришел и сразу там заработал. Здесь прям мы вкладывали, и только сейчас пошел возврат инвестиций. Но чтобы ты понимал, вот если ты уже раскрученную аптеку открываешь, как правило, где-то на третий месяц, четвертый, ты в ноль выходишь. То есть ты покрываешь убытки. И только через 2-3 года ты возвращаешь инвестиции, потому что ремонт, это там оборудование, это все стоит денег. Потом зарплата, аренда, это все, ну, это операционные расходы, которые постоянно капают. Поэтому возврат инвестиций идет, как правило, с одной аптеки, там, ну, в лучшем случае 2 года, а в среднем 3 года. А через 3 года деньги еще и обесцениваются. Да. Ну, чтобы ты понимал. То есть это игра в долгую. Отлично. Хат, интервью было очень интересное. Для меня, прям как для предпринимателя, это очень интересно посмотреть бизнес-процессы, как строится бизнес, тем более вы одни из лидеров, да, на рынке Казахстана. Вот, благодарю вас, то, что согласились. Еще пригласим вас на подкаст. На подкаст еще более вас подробно раскроем и будем задавать вам еще вопросы. Хорошо, спасибо. Мне тоже приятно было с тобой пообщаться. Надеюсь, что действительно интересное было интервью. Будет очень интересно. Да. Тебе спасибо большое тоже. Спасибо.